Так, теперь разделимся на пары. Выберите себе собеседника. Эй, надо поговорить. Ну ладно. Пошли. Я тебя раскусил. Что? Да, ты симулянтка. Ты не умираешь. Извини. И тибетская философия, и Сильвия Плат утверждают, что мы все умираем. Но ты, в отличие от Клои, не на грани смерти. И что? Ты гастролёрша. Я тебя видел. Среди тех, у кого меланома. Среди туберкулезников. Среди больных раком яичек. Ты репетировал? Что именно? Обвинительная речь. Результат оправдал ожидания? Руперт. Я изобличу тебя. Валяй. А я тебя. Хорошо. Обнимитесь. Дайте себе волю. Поплачьте. Господи, зачем ты это делаешь? Это дешевле, чем кино, и дают кофе. Ну, слушай, это не шутки, ясно? Это мои группы, я больше года хожу сюда. А зачем тебе это? Не знаю. Когда думают, что ты умираешь, тебя правда слушают, а не только... Ждут своей очереди заговорить. Да. Да. Полностью откройтесь друг другу. Не втягивайся, это вызывает привыкание. Правда? Я серьезно. Я не могу плакать, если в группе есть еще один симулянт. Найди себе другое развлечение. Волонтер ракового корпуса – это не моя проблема. Погоди секунду. Стой, стой, я знаю. Давай поделим группы, ладно?